Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре Thomson T32 RTL 6030. В описании к видео я оставлю для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените мой труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 32 дюйма, разрешение 1366 на 768, подсветка DLED. Thomson T32 RTL 6030 с экраном размером 81 см по диагонали подходит для домашнего использования. Можно установить его в удобном месте комнаты, при этом предполагается настольный или настенный монтаж. Экран обеспечивает угол обзора 178 градусов, что позволяет с комфортом смотреть телевизор из любой точки. Технология DLED гарантирует высокую яркость и контрастность выводимого на экран изображения. Его разрешение составляет 1366 на 768 точек, что соответствует формату HD. Размеры телевизора 72 см в ширину, 43 см в высоту, толщина 8 см, вес 4 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление виса 100 на 100. На задней панели расположены стандартные разъемы. 2 USB, 1 Ethernet RJ45, 3 HDMI, 1 Optical Audio Out, 1 антенна, 1 CA+. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi. Операционная система Android TV. Телевизор работает на операционной системе Android TV и поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet. Возможна установка приложений из магазина Google Play TV и с внешних носителей. USB Media Player повышает комфорт работы с видео, музыкой, изображениями и текстом. На корпусе телевизора предусмотрены два порта USB для внешних носителей, три входа HDMI, антенные и другие разъемы. Дополнительные функции, которые поддерживает модель: живой цвет, усиление черного, автоотключение, энергосберегающий режим, защита от детей. Модель комплектуется стереодинамиками общей мощностью 20 Вт, которые выдают громкий и объемный звук. Есть эквалайзер, позволяющий индивидуально настраивать звучание. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Цветопередача немного страдает. Не очень удобный функционал пульта. Нет DLNA клиента. Теперь о положительных моментах. Быстро находит активную Wi-Fi сеть. Стильный. Приемлемая яркость и углы обзора. Удобно расположенные разъемы. Android TV. Шустрый смарт. Неплохая картинка. Android позволяет устанавливать приложения. Голосовой поиск. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях, а чтобы поддержать канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!